Компания LifeScan представляет прибор OneTouch Select. С помощью этого прибора очень просто измерить уровень сахара в крови в домашних условиях быстро и безболезненно. В чехле имеется специальное крепление для глюкометра, которое позволяет проводить тест, не вынимая глюкометр из чехла. В комплект OneTouch Select входит глюкометр OneTouch Select, ручка для прокалывания, 10 тест-полосок, 10 ланцетов, колпачок для проведения анализа из альтернативного места, предплечье или ладонь, чехол для хранения и инструкция на русском языке. Для того, чтобы провести тест, необходима маленькая капля крови, которую можно получить с помощью ручки для прокалывания OneTouch. Откройте крышку ручки, вставьте стерильный ланцет. Ланцет очень тонкий и острый, поэтому прокол практически безболезненный. Закройте крышку. Поворачивая синий колпачок ручки, можно установить глубину прокола. Чем больше цифра, тем больше глубина прокола. Теперь ручка готова к использованию. Прежде чем начать тест, тщательно вымойте руки с мылом и высушите. Приступаем к тесту. Возьмите тест-полоску OneTouch Select. Тест-полоска покрыта защитным слоем, поэтому к ней можно прикасаться в любом месте. Вставьте тест-полоску в прибор так, чтобы черно-белые контакты были обращены лицевой стороной вверх. Глюкометр автоматически включится. Сначала на экране в течение 5 секунд отображается старый номер кода. При первом использовании вместо номера кода на экране отображаются два прочерка. Сравните номер кода на экране прибора с номером кода, указанным на флаконе используемых тест-полосок. Если номер совпадает, приступайте к проведению анализа. Если требуется изменить код, используя кнопки прокрутки вверх-вниз, установите необходимое значение и подождите, пока прибор запомнит код. После того, как код установлен, на экране появится мигающая капля. Прибор готов к проведению анализа. Возьмите подготовленную ручку для прокалывания, отодвиньте рычажок назад до щелчка. Плотно прижмите ручку к пальцу сбоку. Нажмите кнопку спуска. Слегка помассируйте палец, пока на нем не появится круглая капля крови. Будьте аккуратны. Следите, чтобы капля крови не размазалась и не растеклась. Поднесите тест-полоску поперечным срезом к капле крови и удерживайте в таком положении. Тест-полоска автоматически втянет необходимый для анализа объем крови. Контрольное поле должно быть полностью заполнено. Как только кровь попала на тест-полоску, глюкометр начнет обратный отсчет от 5 до 1. Через 5 секунд на дисплее появится результат вашего измерения. Тест готов. Аккуратно удалите использованную тест-полоску и ланцет.